Всем привет! Снова с вами канал «Жизнь о жизни». Сегодня будет у нас янтарный уха, главсупа. Так, ушица наша вытекла немножко. Почему-то так бывает, я не знаю почему. Какая горячая. Смотрите, скажу вам, что аромат реальный такой, напоминающий уху или рыбный суп, кому как удобней. Вот реально тут есть и горбуша, вижу, картошечка. Все, в принципе, достойно. Давайте ее попробуем. Вот таким образом она выглядит. Ушица наша. Давайте посмотрим, что там внутри. Питьевая вода, картофель свежий, филе хека, филе горбуши, лук репчатый и так далее. Соль. 5-6 минут. Разогреть в микроволновке. Друзья, даже вот вышел на улицу. Сейчас хорошая погода. И немножко ушица остудиться. Попробуем ее. Ну, в принципе, достойно, да. Могут попадаться косточки. Вот видите, косточка. Эта косточка, грубо говоря, скорее всего, хека. В общем, такое сегодня обед у меня от глав супа. Это реальная ушица. Но если вы на работе, конечно, такую не стоит разогревать. Будет рыбный запах на работе. Так. В принципе, как разнообразие, очень даже ничего. Брать можно, покупайте. В разных магазинах это стоит по-разному. Я пробрал в Ашане. Была акция по 98 рублей вот за такой вот супчик. В общем, ребят, лайки, комментарии. Пишите. Пишите мне комментарии на почту. Буду очень ждать. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.